Российский триколор имеет более чем 300-летнюю историю. Впервые бело-синий-красный флаг с нашитым на нем трехглавым орлом был поднят на первом русском военном корабле «Орел» в царствовании отца Петра I Алексея Михайловича. Однако день флага официально был установлен 25 лет назад указом тогдашнего российского лидера. В Десногорске к этой дате подготовились очень ответственно. Поздравить жителей с национальным праздником пришли первые лица города. От всей души желаю вам мира и добра, успехов во всех делах и начинаниях, на благо нашего города, Смоленского края и России. С праздником! Гостей на площади собралось много, а это показатель любви и уважения граждан к своей малой и большой родине, к российским символам. Это символ, он объединяет на труд, объединяет на отдых, объединяет, вот чтобы мы все были вместе. Это флаг мира. Флаг наш, надо беречь наш флаг. И наша Россия держится крепко. И выживаем мы нормально. Я не считаю, что наша Россия совсем бедная. Я считаю, все хорошо. Спасибо нашему городу, что такой праздник устроили. В честь праздника для всех десногорцев коллективы Центра культуры и молодежной политики подготовили музыкальные подарки. Будет путь домой, и на крылечке мать вот-вот сплеснет рукой. День флага – событие, которое объединяет нацию, выражает дух народа. Наш флаг – один из главных символов единой, независимой и сильной России. Он сопровождает самые важные события нашей страны и вдохновляет россиян на спортивные победы и профессиональные достижения. Виталий Волков, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.